привет! Сейчас последний этап подготовки двери к покраске. Что мы будем делать? Немножко подчистим, подшкурим еще чуть-чуть, потом подшпаклюем мельчайшие дефекты и еще раз подшкурим. Ключевое в этом, что мы будем подшпаклевывать последний раз шпаклевкой, которая отличается по цвету от той, которой мы работали. Для того, чтобы было видно, это маркер, легче подшкуривать. Ну что же, мы почистили, подшкурили немножко, начали шпаклевать, собственно, и у нас закончилась белая шпаклевка. И нам пришлось взять темную акстон. Раньше я хотел сделать ролик сравнения, специально подготовиться, сделать, а тут он получился сам собой. И у нас получится сейчас сравнить две шпаклевки, акстон и текс. Сейчас я сразу расскажу результат. А потом дальше буду показывать. Кому-то, может быть, и слов будет достаточно. Текс, акстон. Текс – это бюджетная тик-курила. Акстон – это продукт Леруа Мерлен. Основа одинаковая у обоих. Это акрил и сополимер. Но у акстон еще есть в составе микронизированный мрамор. Из-за чего зерно этой шпаклевки, оно крупнее. Здесь очень мелкое зерно. Здесь крупнее. За счет этого можно заделать более крупный дефект за один раз. И за счет вот этого крупного зерна она труднее обрабатывается наждачкой. Сейчас перейдем к практической части. Покажем, как оно выглядит и работает. Вот здесь ошкуренный акстон. 120 наждак. Вот здесь текс. Так, сейчас попробуем нанести. Посмотрим вблизи, как она наносится. Для начала я возьму немножко растворителя, обработаю, чтобы убрать жир, там, всякий возможный. Здесь тонкие слои, ноздир фактически. А вот здесь, ближе к вам, это толстый слой. Здесь слой около миллиметра и здесь слой около миллиметра. Текс за счет более мелкого зерна тяжелее удерживает толстый слой. Пузырьки. Выходят пузырьки. А у акстон пузырьков намного меньше. Несколько. Для толстых слоев акстон лучше.